когда врут. Тут написано, что когда ты был хулиганом, я стоял перед тобой бледный. А я никогда ни перед кем не стоял бледный. Потом ты вовсе не в моем характере. Ты стоял весь красный, языком лизал губы. А вот нос у тебя действительно был бледный. Ну, нос же это не я. Я это, ну, вся натура. Ах, натура, ну, конечно. Да, штаб. Тише. Штаб. Тише, кончай стучать. Штаб. Ничего нового, все старое. Ладно, сейчас узнаем. Вон идет почтальон, несет почту. Прикажете вскрыть или оставить до вашего прихода? Боже. Капитану почет и уважение. Ведь мы еще вчера ветером наполнили 20-ведерную бочку этой старухи. Что ей в воде, купаться, плавать? Ах, не есть. Обожди, чей дом? Дом двоюродной сестры красноармейца Муштакова. Ну, знаешь, что двоюродная сестра, то троюродная тетка. Ну, ладно, принесите ей ведра 4. Мы, в конце концов, не водовозная команда. Почему днем? Почему не ночью тайна? С тайны теперь ничего не выходит. Вот вчера, но тихо, мы с ведрами во двор, а нам из окошка, ребятишки, назад пойдете калитку закрыть не забудь. Вы что, пораньше-то не могли прийти? Знаешь, Тима, давай наплюем на эту воду. То есть как наплюем на воду? Ну, не сюда, не в ведра, а вообще. А вообще должен делать так, как тебе приказано. Кончишь работу, приходи к штабу. Гейка! Есть, Гейка. Иди сюда читать письма. Знаю, не читаю. Дорогой Тимур, нам очень понравилось все, что написано в книге о вашей команде. Ответь, пожалуйста, правда ли все так было, или кое-что присочинил писатель? Дальше хвалят тебя и ругают Квакина. Как будто нет хуже людей, чем этот Квакин. Значит, нет. Тимур, Гейка угадал точно. Точно. Никогда не ошибся. Дорогой Тимур, нам очень понравилось. Я объясню. Тимур, что это за безобразие? Пионеры обещали прополоть огороды. Кто обещал? Тут организованы две бригады. Одна Гейки Рахманова, другая Женя Александрова. Кто обещал? Это ты называешь безобразием. Я тебе сказала, что я полоть не умею. Я буду дергать хвостами все, что нужно и все, что не нужно. Кроме того, если я буду копаться в земле, у меня засохнут пальцы. Фёля не будет меня учить играть на аккордеоне. Ну, конечно, это самое главное, на аккордеоне. А ты что, тоже, может быть, не хочешь? Не хочу. Щипать траву это не наше, муж складит. Наше дело. Уж говорил, наше дело, бой, строй. Ай, два, первый раз.
надо! Направо! А ты скоро заставишь меня щипать кур или вязать кружева для подушек? Очень глупо, девчачья, подумаешь, какой воин! Ну что ты на меня уставился? Все равно ты ничего не видишь. Ты не видишь, что над тобой все смеются. Начальник, кабинет, телефон. Не курите, не сорите. Ты загонял всех ребят своими приказами, а сам сидишь и любуешься своей славой. Была команда, было весело, а теперь тоска, бухгалтерия, обыкновенная контора. Контора? Иди отсюда прочь, игра на своей перламутровой гармошке, белоручка. Я белоручка? А ты зазнавшийся барин, и сейчас тебя в этом скажет вся команда! Сошлись! Твое последнее! Последнее! Прощайте! Так и так. Разошлись! Разошлись! Последнее! Последнее! Мы подадимся в лес, к озерам, собирать грибы, ловить рыбу. А какие места я знаю, какие рощи, пойдем. Где ворота? Строй! Мирно! Кругу! Шагам! Марш! Ничейка! Помню его! Все в разные стороны. Ты что? Мы тебя ищем, мы тебя ждем, мы будем с тобою. Кто мы? Где ждете? Ну мы, народ, люди. Идет! Эх, люди, люди! Что вы от меня хотите? Теперь я больше никому не начальник. Нет, ты начальник. Ну, люди! Пойдем работать в колхоз. Что было обещано, будет выполнено. Будем начинать жизнь сначала. Женька, что это такое? Папка, приехали! Папка, здравствуйте! Здравствуйте! У нас сегодня хороший, как так глухо. Это, знаешь, вас остались, ты любишь, твоя любимая. Так, я приехал, да? Как, почему? Тоже что-то мне не нравится. Конечно, рада. Только, говоришь, тебе всегда нельзя. Ну, теперь можно. Знаешь, тебе некогда. А вот теперь есть когда. Папа, а почему у тебя был три шага?
пропал четыре. Ты теперь полковник? Полковник. А ты генералом будешь? Будет. Там уж ты ему оторвешь голову и свернешь шею. Играешь? Играю. А ты к нам надолго? Надолго. Ой, как ты там даже не пристал. Последнее. Ать-два! Ать-два! Левой! Левой! Ать-два! Ать-два! Стой! Ложись! Встать! Ложись! Встать! Шагам! Марш! Ать-два! 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 Стой! Ложись! Встать! А что, сынок? Вы сегодня не принесете мне воды в бочку. Вы как стоите? Вы кто? Вы военная рота. Ваше дело бой строить. Смирно, не шевелись. Кругом. Шагом. Марш. Ать-два. Ать-два. Нет, дедушка, воды больше никому не будет. Ать-два. 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 Лево. Левой! Ать-два! Ать-два! Левой! Ать-два! Левой! За мной! Марш! Ать-два! Ать-два! Левой! Левой! Ать-два! Ать-два! Левой! Левой! Ать-два! Ать-два! Левой! Левой! Упрямый черт! Барклай де Толли! Кутузов! Ать-два! Ать-два! Левой! Левой! Ать-два! 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 Левой! Пап, ты ложись у меня на кровати, здесь мягко, а я лягу на диване. Нет уж, лучше я на диване лягу. Папа ляжет на диване, папа ляжет на диване, на диване, на диване. Все. Все. Последние. Я их сдам на отлично. Вернусь, начнутся мои новые времена. Железобетонный инженер. Папа, ты правда приехал к нам надолго? Надолго? На месяц только? Ой! Завтра и послезавтра. Людей у нас совсем мало. А что обещано, будет сделано. А почему у тебя на носу ссадина? Эка беда, ссадина. Как бы ноге или руке, не носом ведь я работать-то буду. Ну, не носом, так не носом. Мы тебе покажем. А что ты, фигура, со мной можешь сделать? Как что? Мы тебя изобьем, почем попало. Бей! Ну до смерти ты меня все равно не заколотишь. А наши узнают, так тебе самому спуску не будет. Врешь! У тебя больше нет команды. Ваша команда кончилась, разлетелась. Теперь опять мы сила. Кончилась, разлетелась. Это наше, а не твое дело. На, бей! Видишь, я уже глаза зажмурил. У тебя две жизни или одна? Ты со мной как разговариваешь. О чем думаешь? Фигура,
Ты стихи любишь? Чего? Ну, стихи. Ну, вот, например. Отец, отец, дай руку мне. Ты чувствуешь мое в огне. Знай этот пламень с юных дней. Да я-то жил в душе моей. Скажи, фигура, у тебя пламень в душе есть? Я тебя еще раз спрашиваю. Ты когда со мной говоришь, о чем думаешь? Имел одной он думы власть. Одну, но пламенную страсть. Вы меня бить будете, так бейте, не задерживайте. А то утря шататься, а мне завтра чуть свет на работу. Иди ты к черту. Прощай, фигура. Стихи я тебе потом дочитаю. А у тебя есть в душе пламень? Нет, у меня этого нет. Вот то-то и есть, что нету. Экипаж машины боевой, три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой, там живут и песня бомбарука. Не ушиной, дружной семьей, три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой, три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Папа, на земле все говорят война, война. Посмотри, какое небо голубое. Перестаньте, перестаньте друга, экипаж машины боевой. Мы будем ходить в лес, на речку, купаться, кататься на лодке. И ты будешь не полковник, не рабочий, не служащий, а просто папа. Так не бывает? Ну хорошо, пускай ненадолго. Только на один месяц. Будем жить весело. Если у тебя есть деньги, ты мне подари патефон. Будем заводить марши, танцы. Папа, что говорю, говорю. Я сама знаю, что это глупости. Но мне с тобой хорошо, я не могу говорить иначе. Жень, когда ты так говоришь, я не могу пить чай. Ты видишь, и папа ничего не ест тоже. Ты говоришь что-нибудь поспокойнее, попроще. Ах, это просто. Это очень просто. Вот мы попьем чаю, проводим на вокзал Олю и пойдем с тобой гулять. Ты мне покажешь ваш штаб, ваш сад. Позовешь мне Тимура. Я? Позвать? Я Тимура? А его, наверное, нет дома, а не на работе в колхозе. А почему ты не в колхозе? Я? Не знаю. А там уже есть люди, больше там никого не надо. Что-то краснеешь, путаешь что-то. Женя. Скажи мне правду. Я думаю, что его здесь нет. Он, наверное, опять на работе. Пап, пойдем в колхоз. Ты же завтра хотела идти на работу. Нет, папа. Если они там, я к ним пойду еще сегодня. Папочка, пойдем в колхоз вместе. Я тебя очень прошу. Ну, пойдем. Ну, пойдем.
А ты мне патефон подаришь? Сказано. Слово? А какое? Бывает слово пионерское, советское, комсомольское, красноармейское. Мое? Бронетанковое. О, это, конечно, тяжелое и верное слово. Гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армии и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной. И Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. Что же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны? Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Жаль, что нет Оли. Но ты скажи ей, что я ее люблю, помню. Скажи, что мы вернемся. Не скоро. С победой. Ты скажи.
скажи ей, что она дочь броневого командира, и что вы не должны обо мне плакать. Слышишь? Женя, ты меня слышишь? Слышу. Мы не будем. Мы не будем. Мы привыкли. Что мне тебе сказать еще, Женя? Вот я большой, уже седой. А я стою, смотрю, и что говорить не знаю. Ничего не говори, папа. Я все сама понимаю. Мальчишка. Люди идут на фронт бить ненавистных фашистов. Нам же надо много работать. А как работать, нам расскажут взрослые, комсомольцы, партийцы, военные. Надо работать топором, молотком, лопатой в поле, лесу, огороде. Была игра, но на нашей земле война. Игра окончена! Девчонки, вот вы киваете головами. Давай, давай!
будем горы ворочить, а пройдет 3 дня. Будет! 3 недели! Будет! Ну, 3 месяца! Работа надоест и выйдет, что мы не пионеры, а хвысуи и лодыри! Мне, конечно, об этом говорить горько, но лучше сказать напрямик, чтобы потом никто не ныл и не хныкал! Правильно! Капитанцы, стоящие ленинцы, поможем Красной Армии разбить фашизм! Нас много, а будет еще больше! Подходит подкрепление, последний из магикан, гроза садов и морковных огородов. Так у нас целый пионерский отряд, и не одна, а 3 команды. Дейкин, весь поселок, Бакина, лес и поле, а эти, ночной патруль по охране общественного спокойствия. Перенести к нам на террасу. А здесь будет установлена зенитная батарея. Все? Пожалуйста. Ребята, сейчас быстренько все воспоряжения Тимура. Сейчас он вам скажет. Бомбу сразу же после ее воспламенения. Вести постоянные наблюдения за действием воздушного врага, чтобы начать тушить зажигательную бомбу сразу же после ее воспламенения. Так, хорошо. А скажи-ка ты, как изъять зажигательную бомбу? Зажигательную бомбу можно изъять, подцепив ее на лопату, схватив щипцами, или просто схватив за хвостовое трение и бросить бочку, наполненную водой. Молодец. Прошу запомнить. Хладнокровие, умение не растеряться в минуту опасности есть верный залог борьбы с зажигательными бомбами. Становись на работу! Убежали комсомолкам шить брезентовые мешки и рукавицы. Там нас ждет Оля. И куда вы не побежали? Зовите сейчас. 3 человек пошлешь украшать призывной пункт. Остальных всех на огороды. Ну, Тима, военкомат мы уже украсили, и мы только сейчас из колхоза. Квайки нагнал за столько народу, что председатель велел всем уходить обратно. Если не веришь, спроси он фигуру. Правильно, всех... Не звать его больше фигурой. Звать Васькой. Есть звать фигуру Васькой. Ну, а теперь у тебя есть в душе пламень? Кажись, есть. Вот тут оно что есть. Thank you.
дверь! Ты прикинь! Изготовку вперед! Перемени! Кругом! Справа! Укройся! В среднем! Али! Направо! О! Сверху! Укройся! Але! О! На! И! Ложись! Давай! Ложись! Давай! Ложись! Давай! Ложись! Вставай! Ложись! Вставай! Паша, я на тебя надеюсь. Ты смотри не того, чтобы все было как надо. Капитан, у меня лишь как не надо, лишь все как надо. А на те стороны я никогда не работаю. Ну смотри. Все будет в порядке. А ты полети к штабу. Коля, иди сюда. В случае тревоги быстро прибежишь сюда, и мы об этом сообщим. Мальчики, как проехать к старшему селу? Сначала скажите быстро, как зовут Ворошилова? Климент Ефремович. Откуда он родом? Да нет, известно, из Луганска. В каком году родился? 1881. Какое военное звание имеет? Первый маршал Советского Союза. Первый поворот налево, второй переулок направо. Молодец. Пятнадцать лет все за хитрость ругали, а вот все один раз да похвалили. Вась, твоих диверсантов ведут. Черного хода.
ничего здесь. Уходи вниз, тут без тебя обойдется. Я сейчас, там детский садок, смогу ребят. Ладно, Женя. Только спокойно. Смотри, чтобы ребята не плакали, чтобы никто не падал. Ничего страшного нет. Я буду спокойна. Ничего страшного нет. Иди скорее ко мне. Иди сюда. Вот так. Вот. Вот по лестнице. По лестнице. Вот. Потом будет дождь. Потом будет дождь. А потом будет опять хорошая погода. Да, потом будет очень хорошая погода. Зацепился за бельевую веревку. Нас кто пришлет? Так вот, что такое? Я был сюда. Прямо вверх. Дорогая. Thank you.
опасность воздушного нападения миновала. Отбой. Тревоги могут продолжаться долго. Поэтому для ребят в бомбоубежище нужно перенести кровати, одеяло и кровь. Правильно, игрушки. Правильно, правильно. Квакин? Я напишу. Отбор или лекарственных трав и растений? Правильно, А что ты, Симаков, напишешь? Я напишу о том, что мы не должны бросать и наше прежнее дело. Верно. Мы должны помогать тем, ушедших на фронт. Правильно. Подожди, Гейка. Я напишу о том, что нужно собирать подарки для бойцов. Вот, например, к зиме. Правильно. Теплые вещи. Фуфайки. Валенки. Верно. Валенки. Верно. Я поделюсь опытом тушения зажигательных. Вы Женя Александрова? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я опоздал на 3 недели. Но теперь война. Да. Полковник просил передать вам вот это. Привет, папа. Осторожней, да. Ой, а это спасибо. Вашей сестре Оле. Оле, спасибо. До свидания, Женя. До свидания, спасибо. Оле Александровой от папы. Ой. Папа. Он вспомнил. Зачем? Теперь мне это больше ничего не надо. Что ты делаешь? Она же заплачет. Я знаю, что делаю. Женя, когда ты услышишь эти мои слова, я буду уже на фронте. Дочурка, начался бой, равного которому еще на земле никогда не было, а может быть, больше никогда и не будет. Если тебе будет трудно, не плачь, не хнычь, не унывай. Помни, что тем, которые бьются сейчас за счастье и славу нашей Родины, за всех ее милых детей и за тебя, родную, еще труднее, что своей кровью и жизнью они вырывают победу у злобного и коварного врага. И враг будет разбит, разгромлен и уничтожен. Я смотрю тебе сейчас в глаза прямо-прямо. Я клянусь тебе своей честью старого и седого командира, что еще тогда, когда ты была совсем крошкой, этого врага мы уже знали. К смертному бою с ним готовились, победить его обещались, и теперь свое слово мы выполним. Женя, поклянись же и ты, что ради всех нас, там у себя, далеко-далеко, ты будешь жить честно, скромно, учиться хорошо, работать упорно, много, и тогда, вспоминая тебя, даже в самых тяжелых боях, я буду счастлив, горд и спокоен. Да, клянусь, но не знаю как. Я не умею. Я, юный пионер, ленинец, клянусь любить, укреплять и защищать свою Родину всем сердцем, всеми своими помыслами, всеми делами. Всем сердцем, всеми своими помыслами, всеми делами. Клянусь жить честно, учиться хорошо, работать упорно, много. Клянусь жить честно, учиться хорошо, работать упорно, много. Обещаю помогать старшим в труде, дома, на заводе, в колхозе. Обещаю помогать старшим в труде, дома, на заводе, в колхозе. Клянусь помогать Красной армии и зорко охранять свой дом, свой город,
Свое село! Клянусь помогать Красной Армии, только хранять свой дом, свой город, свое село! Клянусь отдать все свои силы, всю свою жизнь для победы над врагом, для счастья великой Родины!